Интриги, коварные злодеи, кипучие страсти. Ульяновские музыканты из духового оркестра «Державы» исполнили для слушателей любимые оперы и оперетты. Солировала гости из Тамбова, лауреат множества международных и всероссийских конкурсов и обладательница сопрано Татьяна Абдуллина. Артисты представили оперные зарубежные романсы. Первый час программы прошел, репетиции. Впечатление положительное, в принципе, со второго раза, с первого, какие-то моменты все получается, даже если какие-то немножко другие аранжировки, и к чему привыкла. Татьяна исполнила арии из опер «Русалка», «Богема», «Джанни Скики», оперетты «Джудита». Открыла концерт пьеса Уильямса «Процветание». Оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Кирилла Ильина исполнили также произведения Дворжака, Бизе и Россини. Анна Тищенко, новости Ул Правда ТВ.